Шанти-шанти-РФ и термос с оленями. Достаточно уникальная конструкция. Вот покажи, есть не с оленями, есть с цветочками. Есть с наушниками. Да, вот это симпатично. Есть даже желтый термос Вуду, но их раскупили Вуду People, поэтому нет. Какая у него фишка? Фишка такая. Мы отщелкиваем, жмем и можем пить. Соответственно, я думаю, что это идеальное решение для какого-то скейтинга, катания на велосипедах или просто очень активной ходовой деятельности, потому что, по сути, это замена термокружки. И на привале в походе можно использовать как очень большую термокружку. Сюда влезает 0,6 где-то, да? Не, 500, 0,5. На самом деле, в плавскую термокружку, ну, китайскую, влезает 0,6, но ее нужно отвинчивать. А как бы свои плюсы и минусы. Здесь плюс именно в простоте. Ты открыл, выпил, закрыл. И по размеру она достаточно экономно занимает место. При этом мы можем подвешивать как за карабин, вот за этот элемент. Шанти-шанти-РФ, если вам интересно, то ставьте комментарии. Если вам интересны эти термосы, пишите в комментариях. Да, и мы их добавим тогда сразу. Добавим на сайт, и вы еще получите скидку, если успеете заказать до момента обзора. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.